Два часа грации и нежности в субботу 26 мая с 11 до 13 часов на сцене Дворца культуры «Октябрь» радовать горожан будут солисты образцового волгодонского ансамбля бального танца. А в воскресенье за год отчитается хореографический ансамбль «Мираж» во Дворце культуры имени Курчатова. Начало в 14:30. Двухдневный байк-фестиваль в Волгодонске 25 и 26 мая на базе «Донские зори». Хедлайнерами данного мероприятия выступят Вася Обломов и группа «Кирпичи». Также вас ждут волгодонские, питерские и московские рок-музыканты. Байк-фест пропустить – себе не простить. 26 и 27 мая два дня на стадионе «Спартак». В 18:00 будет проходить чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги. На поле встретятся хоккеисты города Волгодонска и города Казани. Поддержать наших спортсменок приглашаются все желающие. Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинск и Шахты. Команды этих городов примут участие в областных зональных соревнованиях по футболу среди команд органов местного самоуправления 26 мая. Стадион «Спартак», начало в 10:00.